Всем привет! 1 января, дело к 3 часам дня. Мы собрались у родителей. Короче, дубль 2, еще один новогодний стол. Уже с новой скатертью, с новыми салфетками, но с тем же кольцом и с подставочками от Faberlic. Вот. Наверное, не надо есть ананас. А то я опять могу пострадать. Ой, а что здесь наверху лежит? А что это там? Мне кажется, там рыбка какая-то лежит на хлебушке. Ну, это все вчерашнее, вы это все видели. Ну, вот видишь, там с чем-то оно как будто бы лежит. Какие-то анчоусы. О, это какой сок? Потому что вчера это... Нет, это другой вкус. Это фруктовый коктейль. Значит, мне от него не должно быть плохо, надеюсь. Там уже подарочки. Ну, подарочки уже для Калины, Жени, Роди. От нас, от родителей. Сегодня будет вот так. Будем второй раз разбирать подарки. Ну, мы, наверное, остались без подарка, да, с этим чайником. Утя-утя, кря-кря-кря. Какая хорошая. Так это утка или гусь? Да, гуся-утка. Гуся-утка. Утка-гусь. Ну, мы поняли. Палки-палки, там старалась. Я тебе казала. Да, это обидно. Ну, там чуть-чуть, мам. Так, теперь я крутить забираю. Я Карина что-то написала. Пришли? Привет. Ну, вот тебе, а я слышал, ты не собирался приходить. Что, ну вот тебе Очень невероятно. Покажи нам очень невероятно. Ага. Ребенок. Сейчас я вам что-нибудь покажу. А чего, ты не хотел к нам идти? Спать он резко захотел. Спать? Ой, как это так? Дед Мороз вчера приходил. Может, тебе что-то принес под елочку? Конечно! Это все... Смотри, как она работает, Смотрите! Масечка, привет! Смотри! Я уже боюсь. Вай, какой кошмар! Ты настоящая, ты что? Настоящая! Ничего себе! Так, пошли раздеваться, Юсь. Здорово! Здорово! Мимо, мимо дяди, тети. Я тебя переодену, пошли. Родя, пошли тебя переодену, и будешь ругать. Карина визуализирует свои мечты. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Перестарался. Гранатовый браслет. Ты знаешь, какая у тебя первая? Я просто рядом положу лучше. Давай искать. Короче, никак. Да не отреагировал на подарок. Отреагировал? Я даже не увидела. Просто ему надо воспользоваться этим. Что хочется. Так. А ну-ка, Диана. Мама такая интересная, чтобы он еще прочитал. Это ребенок сразу в пакет лезет, а не открытку ищет. Бабушка же сказала, читай. Читай. Ему интересно читать, ему хочется посмотреть содержимое. Да тихо тебе. Смотрите. Подожди. Где ты сделал? Лего-конструктор. Вау, какой красивый. Я говорил, что можно лего. Да можно лего, но... Класс. Давай. Карина сегодня блестюшка. Какие шкафчики? Она такая, знаете, снимает пуховик. Какие? Сияние. Сияние. У вас мама одинаковое платье получается. У мамы, понятно, подороже. Явно так не снимешь. Пайетки есть пайетки. Не положили. Ротя, ты все в пакетике посмотрел? Ты в пакете все нашел? Ты знаешь, что ты не увидел? Как же ты искал, Родя? Ты что? Родя, в чемоданчике что? А что в чемодане? А ну, тут, наверное, очень много всяких деталек. А как ты выгодился, если тебе... Я не знаю, это волшебство какое-то новогоднее. А вот здесь были... Что это новогоднее? Где пинта? Возможно. Бежи, чемодан свой. Ну, чемодан у тебя классный. Это чемодан? Вот распаковательный коробка. Распаковательный коробка. Это где-то вот подарил такой Деда Мороза огромного. Сам себя. Вот здоровенький такой. Будем собирать конструктор. Уточка, салат с морепродуктами, наверное, с осьминогами. Холодец. Ну вот, вот, вот. Вот, это же под ногами у тебя прям. Не в пакете. Не, вот это на полу. На полу? Нет. Это распакуем, проверим, что там.
Ты же не знаешь, что это, Родь, а ну иди сюда. Будем распаковывать. Ой. Пойдем. А, вот здесь, Лёся, вот здесь это болото, я подаю тебе вот это болото, где-то самое, самое. А как же не выбрал картинку? Ну, наверное. Да, Дед Мороз, конечно. Ты покажи сначала то. Родя, здравствуй, знаешь, что это такое? Это лупа для настоящего сыщика. Это лупа! Настоящая! Мама, папа, это ножик какой-нибудь, а? А зачем? Тут он не поймет, Родя. Попробуй, поймешь. Сыщика моя! Да, да, что я будешь так смотреть в лупу? Что? Да. Ты знаешь, что это? Седаю. Что? Что это? Что? Рация. Рация! А ты знаешь, что такое рация? Да. Ну? Это будет как телефон, а будешь с папой. Это твой телефон. Твой телефон будет, будешь разговаривать. Ну какой телефон будет? Желтый и синий. А какой тебе больше нравится? Мы будем из разных комнат. А ночью эта рация заработает? Нет, она так не будет. Чтобы, знаешь, когда потусторонний... Не без разницы. Ну, в этом случае, да. Все равно, все равно. Ну, оно не сладкое, да, не знаю, что это, поэтому он еще... Давай, дам с Лешиком ем, тогда... дам с Лешей блюдо такое дорогое, которое... И я буду. Розовое. Не, я тоже хочу. А розовое сухое? Ну, розовое, как ты любишь. А, хорошо. Да-да-да, я люблю это шампанское. Папа капусточку рассыпает всем божественную. Леша, ест капусту, да? Да. Да, как-то рация не нужна. А его слышно там через рацию? Нет, он должен нажать кнопку. А, он не понимает пока, да? Надо вообще же кнопку нажать. Надо научить. Он самому просто самому интересно поиграть с рацией. Так, ребят, пока все трезвые, значит, рассказываю. Надо фотографироваться. Капусте, индейка. Мясо практически развалилось. В индейке есть вот эти вот такие плоские, тонкие кости. Пожалуйста, не глотайте аккуратно. Они есть маленькие, есть крупные. Да, потому что самвела здесь нет. Где попадались, я выбрасывала, но как бы, ребят. А что самвел? Ну, он же бабушку Таню тогда, когда она подавилась. Она давилась уткой. Ну, неважно. А здесь кости. Сам факт. Ну, зачем вы... Следующий, вот у меня, если кому надо... Пошутить нельзя уже. Все, ребят, всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Угощаемся, кушаем. Что это? Бенгальские. Вот, ну да. Поздравляю с Новым годом. Поздравляю с Новым годом. Всем здоровья огромного, крепкого. Всем здоровья. Счастья, любви, успехов, удачи, путешествий. Ура! С Новым годом! Спасибо. Всех благ, ребят. Спасибо, пап. С Новым годом. С Новым, Новым годом. У нас Дед Мороз, были все подарки именные, как у Роди. А у нас нет. Да. А у нас не подписано. Это ваши. А неси давай. Вы живите, авоська. Я уже. Авоська. Мама думала. Еще за креслом. А у вас этой картины ж не было? Было. Это самая, что дарил еще в том году. И я тоже пишу. Это наш. Авоська. Это наш. Это шопер. Шопер, да? Ага. Подарок, а ты прозевал. Это креатив. Ты грязный уже залился соком? Нет, я сам. Нет, я сам могу. Он же нашел. Это он наш старый подарок. Подожди. Нет, я сам. Ты же свой забрал уже. А что ж ты сам? Нет, это тоже зимой подарок. Ого. Такие бывают. Ты как Родя. Шоколадка. Шоколадка? Это кому мне? Это тебе. Ой, какой классный! Дай пощупать. Новый. Новый. Да нет, ношен этот стакан. Я носил вчера. Масса. Нет, ма. Нет, нет. Я хотела дальше проглашать. Новый. Теплый. Давай откроем. А я так понимаю. И новогодний. Не досяник. Так, это в ванну бросай. Тебе будем красиво, Карюша. Да для ласточки. Тебе будем красиво. Цвет, да? Ее цвет. Это в себя или нет? На себя. А, на себя. Вы в себя, только с другой стороны. Там бюджет есть. А, чувствую запах, да? Это все, не стеклянный. Что там, Родя, не кричи. А это уже в себя. А это... Нет, шампунь на себя. Как себе шоколадка. Большая? А вы что, тоже решили в этом варианте? Раньше не дарили в этом варианте. Ой, спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Что, все ваши подарки нашли, больше нет у вас? Мне кажется, надо еще искать. Ну, тихо ищите, что вы слабо ищете, Женя. Ну, мои на елке. Родишь, дай мой сок, подальчик. Это мои подарки. Давай тебе налью. Подарки я первая вчера нашла. Это подарки. Ты на вчера где-то полдвенадцатого я кинула, чтобы вы деньги не поели. Ты что, до моего сока добрался? О, о, прости. Прости. Я решила на следующий год, если доживу только одними днями.
Где подарки? Не подарки. Что а вы что не ищете? Ну, мы же будем все вокруг елки ходить. Почему нет? Пусть жалко, Женя походит. Будем ходить вокруг елки. Что, все? Что, мы ищем то, чего нет? Тут ищи. Я в комнате, где мама. Не броди по квартире. За елкой там. Смотри, папа с мамой ищут подарки. Не могут найти. Внимательно смотри. Он такой маленький? Нет, он большой. Микроскопический. Ювелирный. Я хочу найти подарки. Помоги папе с мамой найти подарок. Ты же у нас сыщик, Родя, возьми лупу. Родя, возьми лупу. А считайте открытки, это ваши Женя. Подарки? Жене. Не, да. Жене, а, Женя, тебе. Нет, Жене. Так это Жене ты подписал. Дурында. А не Дед Мороз. А не Дед Мороз своей жене. Ой, и что я дурында? Я даже понял. Не написано. Значит, ищи, что было написано. А что это? Значит, это еще добавка к тому, где написано. Эй, бабушка, а я тут тебе буду найти подарки. Джека. Корене. Я тут тебе буду найти. Джека, ты уже нашел, вон же твоя открыточка. Опа, Дед Мороза. Вроде еще хочет. Тихо. У Карины больше всех подарков. Порой. Нас такого не было. Так. Ну вот, началось все. Опа, папе, покажи, покажи, чего ты боишься. Это твой подарок. Ага. Там трусы? Папе. Это тоже. Нет, Дед Мороз. Все, это не твой подарок. Это мой Дед Мороз. Это папин Дед Мороз. Это папин пакет. Ух ты. О, это красивая будет чашка. Еще и прозрачная, да? Красота. А почему у папы еще Дед Мороз? Потому что Дед Мороз не только тебе принес. Ух ты, я знаю, что это. О, классная чашка. Это мне надо стоя работать. Какая красивая. Можно розы еще. А что, это тоже термик? А, так у нас, наверное, Дед Мороз в одном и там был. Дед Мороз заботится о вашем... Спасибо. О вашем хозяйстве. О вашем здоровье. Папа. Да, я теперь буду тепло. Ты не будешь так часто бегать? Не так. Не так. Надо бы ботинки подарить. Ух ты, пачь, ё-моё. Ух ты, пачь, ё-моё. Ё-моё. И постельное. Наконец-то вы будете спать на полу. Вот это да. А на простыне? И на простыне, на тряпке. Наверное, и что есть, где меня подарок? А почему ты так решил? Ты же уже себе подарок пришел. У меня такое же. А так почему папа тоже там будет положить? Мне очень, мне Коля дарил. У него меньше, чем у тебя. Ты видел, у него маленький. Очень хорошего. Не, ну Коля молодец, он знает, что дарит. Спасибо, Дедушке Морозу и Снегурочка. А ты так высоколазил. Ну, потому что ты себя хорошо вел, наверное. Спасибо. Ну да. Идите теперь. Леша, а ты видел свой подштанник? Много будет должен готов. Это подштанник? Конечно, много. А я их так надевал, не? А когда я буду тебе помочь поедать, дядя? Братюшка, тебе же придумал. Заверял Дед Мороз, что очень самое теплое вообще, что есть. Что? Тебе же прилетает. Он на флисе, конечно. Так, а мне еще прилетит. А сколько же он должен прилетать, Радюш, ты просто? Он каждый день будет прилетать, баба. А там не давно еще. А там где вы взяли? Хе, у Деда Мороза. Ну что, давайте за ваши подарки, да пойдем мы с папой искать свои подарки. Так и мы же должны как бы найти. Ну да. А что вам искать? Вы вчера нашли свой подарок. Ну, я доверяю тебе найти мой подарок, поехали. Это ж так вышло. А реально я бы тогда бокал тебе показала. Ну все. А не, ты ну... тут при чем? Потому что мама говорит, Мороз? Что бокалы будет. А, взяла, отдала свои. Свои. Ну да, привези, пожалуйста, диалочки. Три бокала. С Новым годом! На подарки. Что? А что ты три бокала? Что три бокала? Ева, давай ты что-нибудь еще как-то, как эти. Съемки. А, все правильно. Все очень плохо, съемки. А Диана занята. Конечно, занята. Если можно, пакет вернуть. Ого, в следующем году пакет. Пригодится, да? Какой большой пакет. А это не пакет с прошлого? Начнем с малого. Это Карина делала. А мне... Ну, это видишь, называется крафтовое печенье. Знаешь, у тебя это уже на профессиональном уровне. Тебе, кстати, можно, открывать лавочку и продавать. Да, апельсин этот. Шоколад. Продавать себе очень быстро. Прямо вот... Я даже не берусь такое готовить, мне кажется, это такой сложный процесс. Нет, слушай, что ты научилась за свои 25 лет. Так, вот этот леденец, это уже как спасибо, леденец уже как карма. Это для настроения. Это мое, это бабушка. Хорошо, настроение. Новогоднее украшение. Я не понимаю. Это дедушки. Конфетки. Так, дедушки трость там выходит. Карина, реакцию на нас подарок. Подожди, это мое. Да, Карина, ты не видела нашу... Что за хрень? Спасибо. Что, Гриша?
спа на двоих, там, за крутой салон у нас. Меня все спрашивали, что ты хочешь такого? Что за хрень? Ты сказала, хотя я роль, да. Я так ждала книгу. Где тебе взять? Нигде не нашла. Даже в интернете. А подари какую-то хрень. А что за книга? Найди свою игру, я тебе ее куплю. Мама, ты сказала, услугу хочу. Ну да. Родя, ты заешь, да, капец. Он распаковщик подарков. Есть упаковщик, а он распаковщик. Это бабушкин подарок и дедушкин. Это не твой подарок. Так что он говорит, сколько нас должен ждать? Родя, останавливайся. Я говорю, Родя, один раз. И номер, да? Нормально. Тут же все будет так. Смотри, я бы себе такое хотела. Это не важно. Такое, мама. А при чем, если ты опять Деду Морозу? Ну, елки-палки. Не, ну говорят же, что надо дарить то, что ты бы хотел тоже было. Ну, я бы хотел $1,000,000. Но я не могу их подарить. Что могу сделать? Ты преуменьшаешь. Это еще преуменьшаю. Я бы не загрел, да? Что ж ты такой быстрый? Вроде нож, руки, он стремительный. Вроде все подарки его. Что же здесь? Мотоцикл, БМВ! Это постельное? Нет. Это шляпка. Это нательное? Это кольцо, чтобы купить. Это блюдо. Что это? Я даже... Это щит? Будем пить, я даже понятия не вижу, что это. Это щит? Я знаю, что это. Держи его в руках. Это столик. Поставка. Какой столик? Это тебе для... Для завтрака. Вино, сыр, вон, орешки. Папа, это для тебя, ты кофе. А где мне завтракать на нем? Ты кофе будешь на землю. Парижи. Боже мой! Прикольно! Смотри! Таблы! А ну, Лёх! Так, это для Евы подарок! Это нам такое надо! Бокал! Сюда там бутылку ставишь, сюда закуски, и там еду, и завтракаешь! Ух ты! С бокалом с утра! Нормально, вы завтракаете! Завтракаете, Карина! Оля, отдай это мой! Нормально! Ты понимаешь? Поставь! Это стульчик для Родика. Вот это шок. Я даже понять не могла, что это. Это стульчик для Родика. Да, внезапно. Ну, диагноз хрень не получен, Карина. Спасибо, все хорошо. Все хорошо. Не спасибо. Не пожалуйста, дедушка. Не пожалуйста. Потому что не Родику. Девас, а наш. Нам тоже Дед Мороз пришел. Это будет наш кофейник. Винный кофейник. У вас остаток. Подарка, потому что основной. Радюшка, Дед Мороз прилетает один раз в году. Один раз? Один раз. А что там уже? Там уже ничего. Дед Мороз тоже пришел. Такого не бывает. Объясни ребенку, что Дед Мороз только... Вырубает. Да, все, мы сегодня это 100-500 раз. Здесь видеосъемка запрещена. Идем и гладь. Как оно? Вырубай камеру. Я здесь подарок сюда смотрю. Я сказал, камеру вырубай. Ну, про чайник я уже рассказывала интересную историю. Ай! Все, что есть, все наше. Же... Не, ну это, конечно, по интересам вы угадали. Тут базару нет. Наши интересы вы знаете. Это какое? Ух ты, слюнение! Опа! Реквизит. Давай. Пойдет. О, спасибо. Вот это лучший подарочек. Я хотела апельсинки. Нет, поменьше. Не, ну какая разница, класс. Вот это я люблю. Спасибо большое. Надо было подписаться. Это что там, что там? Пожелание. Любым, любым. Ой, Радюшка, это нельзя трогать, дай сюда. Подарок своими руками. Вот, блин, это то, что осталось от вашего подарка. Родька, осторожно, пожалуйста. Не, ваш подарок есть. А что 2000? Я не понимаю, это прикол. А, все, вспомнила. А как он так? Он 2200. Очень проще, 2220. Все, тогда поняла. И Рафаэл. Ой, не, ну это хороший подарок. Хоть и не полный, но ничего страшного. Еще должен был быть чайник. А что вам? Я ничего не помню. Да ну ничего, чайник не должен. То же, что и вам, только столик нам не подарили. Спасибо большое. Вот это или нет? Там должна быть подсветка. Андрей, посмотри, можно мне посмотреть? А какая подсветка? Не знаю, там только начинаю. Видишь, она перевернутая что-то. И... С другой стороны, с этим. И стаканчик увеличь, там у тебя нема, ничего там будет. Да нет, деда, дай мне, папа. Папа, дай мне. Папа, дай мне. А, да, да, да. Папа, дай мне. Папа, дай мне. Так оно не... Подожди. Так оно не видно, размыто. Нет, надо не так делать, это же лупа. Дайте сюда. Лупу надо подносить к предмету. Это не то. Родя подошел, выхватил. Родичка. Он ему говорит, и до него не доходит. Сейчас только вырывать. Ой, не надо так делать. Дед Мороз, смотри, какое лицо большое. О, еда? Какое большое лицо у Деда Мороза.
Ого, у мамы кивнос. А он без лупы. Боже, ну видишь, ну все-таки лупа пошла. Это не талия. Лёшка, ты говорил, не надо ему лупу. Научили его. Нормально, классно. Пойдет, он потом будет еще насекомых разглядывать. О, а давай мы что-нибудь... Азуля. А в ушах. Они глаз, да, да. Ты будешь доктором, муха, смотри, муха. Там в ухе никто не живет, посмотри. Там змейка маленькая. Маленькая змейка внизу. Ты хочу дойти? Жми, разговаривай. И будет так слышно. Значит, подожди, иди сюда. Надо было объяснить. Нажимаешь, разговариваешь. Он объяснил ему, да. Родион, меня зовут Алексей. Он не без кнопки. Его слышно и так. Не, она прикольно прям. Уже как лучше разбираться, подожди. Это кто такое? Я Лёша, Лёша, дядя Лёша я. Лёша! Она прикольно работает. Да. Я в детстве, я так мечтал в детстве, как ты раз, знаешь, что мы делали? Спичечный коробок. Да, да, я Лёша, а это кто? Натягивали. А, оно работает. Думали, что оно работает, знаешь, на самом деле. А нам тоже казалось, что работает. Я, видишь, до сих пор думала, что работает. Ты лучше. Мы все тебя любим, Родик. Родик, алло, прием. Хорошо, прием. А кнопку? Хорошо, прием. Лёша, это твой голос? Мой, да. А я думаю... Подожди, не кричи. Ладно, давай стоим из-за поиска. Можно, Родик. Ему понравилось. Нет, надо держать. Надо держать. Нажми и держи. Объясните ему спокойно. Давай, девушка, тебе. Представляешь, что везде. А ты где белка? Белка, приди сюда, белка, к нему приди. Привет, белкоёчек. Привет, белкоёчек. Он видит твою белку. Привет, привет, динозавр. Эдимочка, ты видела белку в этом одуме? Привет, а вас зовут Лёша. Кто-кто? Аразал. Что? Подяда, помоги мне найти ящик. Тебе надо найти ее на диване. Залазь на диван. Дина, ты внятно разговариваешь. Ну, Дина, давай. Да он раньше чем говорит. На крыше? Вы что, Карлсоны? Ну, Дина, давай ты сам... Тебе надо на диван залезть, чтобы найти. Залазь. Ну, помогай мне. Ну, залазь. Я тебе тут помогу. Она нет, здесь. Иди со мной. Торт будем кушать мы сейчас. Вау, какой торт. Ура, какой красивый нежный торт. Это Наполеон? Это два Наполеона. Еще и Бонапарта. И оба глазали одним ударом. Погасить. Или наоборот засветить. Погасить. Куда дальше? Что за этим? Тяжело играть на гитаре. Не лечите. Не надо не лечить. Все свои. Пани Ирина, запивайте. Ну так, Ирина. Дядя! Ты сейчас получишь. Дядя? Давай переодевайся. Дядя? А ты вообще сидишь? Топать. Дядя? Дядя? Она же невозмутима. Дядя, ты че? Мама, не... Дядя, у него должны быть свои мозгушки на голове. Какие у него мозгушки? На голове маленькой. Подожди, не мешай мне. Деда, я хочу забыть. Давай мы песни поем с дедушкой. Пойдем. Нет. У меня была коза. В пещере каменной нашли источником водки. Нет, в пещере каменной. Тогда вот череп. А, осторожно. Череп. 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 Вижу череп. Ничего не водки, тоже мало. Русских водки тоже мало. Учись, дочечка. Вот так вот раз, вытирай. Она хорошо трется, вытирай. Платье такое. Работаем. Солнце еще высоко. Кадры надо протереть. Господи, он еще и прыгает. Ну, так спать хорошо будет. Да, если будет. Бога спит. Час засыпает. И в курсе, кстати, неплохо засыпал. Дай, пей! Несите! Наливайте! Давай,
Ну, сейчас, подожди. О, молодец. Дедушка вспомнил. В тобой маленьком родике. И костями прижалась ко мне. Череп твой аккуратно облобан. Нежно. Избавится ласково мне. Это такая для деток песенка. Я себе сегодня... На завтрак приготовила сырники очень неаккуратные, потому что очень спешу. Мы же сегодня на каток едем, 2-е число. Мы договорились с Кариной и Женей, потому что мама с папой и с Розей поедут в цирк в это время. Так что мне нужно быстро позавтракать. Это сметана, а это варенье из шишек. Все еще едим. Кофе с молоком. Всем доброе утро. Уже следующее. Да, опа. Я уже сказала, сырники показывают. Да. Ребята, Родька вчера игрался так с лупой, она ему понравилась, а потом раз, он ее разбил. Да. Причем нарочно. Он нарочно, да, он случайно уронил ее с высоты, с высока, вот там диван вот такой где-то высоты. Диван, да. Он упал раз, достали, сказали, больше не роняй, доставать не будем, он взял и специально еще раз туда ее кинул. И разбил, ну, может, Женя как-то ее починить, но она уже не будет. Ну, рации отлично, он тоже понял. Рации, я боялся, да, что не поймет этого, понял, и мы уже вчера общались, и мы на лестничную площадку выходили, общались прям весело, да. И мама с папой. Я по этой рации потом, ну она такая прикольная вообще, это реально мечта детства, наверное, многих. Да, да. Что, вот, в общем, к чему мы это, послесловие, это же этот эпилог? Нет. Пролог это до, эпилог после, нет. Да, не знаю. Да, да. Это В общем, хотели поблагодарить всех за поздравления, да, очень приятно вас большое. Так много, всех с Новым годом еще раз. В общем, я не знаю, всем спасибо. Всем спасибо за то, что радовались вместе со мной за Париж. Очень прям многие мне писали такие сообщения большие, что прям так рады. Ну, потому что разделили со мной, вы знали, как я хотела туда. Как мы об этом говорили, вроде бы только начали говорить, и тут раз уже и билеты на руках. То есть это как в каком-то сериале. Ну, все равно очень много поздравлений таких душевных. В общем, всем спасибо. Нас теперь с вами 70 тысяч. Я уже так говорила. Да, ну я же не говорил. Ты скажи. Поэтому нас теперь еще больше, поэтому с вами нужно с такой большой толпой слетать в Париж, в Египет, еще много куда. И так вылететь что... в тренды, да? Да, мы в трендах были, да. На 34-м месте тренды России, это YouTube, да. 34-е место. Наше новогоднее первое видео, мы в шоке вообще. Так что всем большое спасибо, что вы с нами. Спасибо за поздравления, всех с праздниками. Встречайте их с семьей, с друзьями, неважно как, весело. Главное, чтобы было весело и приятно находиться в этой компании. Увидимся с вами в новом видео, пойдем на каток. Думаю, будет тоже весело, поэтому ждите следующий влог. Всем пока.